И се прииде един от архисинагог именем Иаир, и, видев его, паде при ногу его, и моляше его много глаголя, яко щи моя на кончине есть, да пришед, возложивши на ню руце, яко да спасется и жива будет, и иди с ним, и по нем идях у народе мнози, и угнетаху его. Еще ему глаголющу, и придошь от архисинагога глаголюще, яко щи твоя умре, что еще движешь и учителя». Иисус же Абия, слышав слово глаголимое, глагола архисинагогови, «Не бойся, токмо веруй, и не остави по себе ни единого идти, токмо Петра и Иакова, Ивана, брата Иаковля. И прийди в дом архисинагогов, и видя молву, плачущиеся и кричащие много, и вшед глаголы им, что молвите и плачетеся, от раковицы несть умерла, но спит». И ругахуся ему, он же изгнався, боят отца от раковицы и матерь, и же бегу с ним, и в ниде и де же бе от раковицы лежащие. И ем за руку от раковицы глаголу ей, талифа куми, еже исказаема девица тебе глаголю, восстани. И аби восста девица и хождаша, бебо лет двою на десяте, и ужасовшася ужасом велием. И запрети им много, да никто же увесть сего, и рече, дадите ей ясти. И изыди оттуду, и прииди во отечестве свое, и по нем и доша ученицы его.